cielo hasta compagnia vostra. E ciò perduto sono fantasia. Несмотря на довольно-таки уже приличный, ну, скажем так, мужской возраст, зрелый. Вам, наверное, 38-37, да? Все правильно. Да, все равно волновались, это видно. Ну, артист, который не волнуется, не артист. Красиво сказано. Ну, поздравляю. Но который, но не всякий, кто волнуется, артист, да, правильно я понимаю? Да, волнуется. Но... Как ваше имя, извините? Методия. Методия, да? Ничего себе. Ну, красиво. По-настоящему? Очень по-настоящему. Я просто хотел бы знать, так, два слова буквально, что еще любите, кроме итальянских песен? Потому что вы ее немножко по-своему трактуете, не совсем так, как обычно принято. Да, наверное. Ну... Из певцов, которые у нас... На английском известны. Вы поете что-то? Ну, Хампердинга, Фрэнка Синатра, конечно. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Браво. Молодец. Очень хорошо. И вы сразу как поет, так и на меня сразу.